Ай, бля, как голова раскалывается. А чё случилось-то? Почему мой дом разрушен? Неужели апокалипсис начался? В таком случае, надо обшарить улицу и найти предметы для выживания. В первую очередь, надо чекнуть машины. Закрыто, бля. Но ничего, идем к следующей. Опять неудачи. Главное не паниковать. Я по-любому встречу кого-нибудь. О, музяка из мусорской тачки играет. Так она еще и открыта. Ну-ка прошарим. Ух. Песня любимая была когда-то, но сейчас не катит. В машине тоже пусто. Внимание, он найден. Покиньте машину с поднятыми руками. Да чё такое-то? Это не моя травка, мне подкинули. Вылазь из машины. Тихо-тихо, ты главное дулом своим не тычь. Я вроде ушел из танков. Какого хуя? Чё тебе надо-то? Вернуть тебя обратно. Дружище, внутренний голос мне говорит, что ты несёшь хуйню. Давай-ка разойдёмся мирно, тебе явно пора уроки делать. Стоять, блять. Да всё-всё стою. Блять, куда бы лежать? Сука, гараж когда не надо закрыть? В 2020-м времена тугие стали. Нормальных ютуберов по пальцам посчитать. Я проповедую Ницше белый, облик морали для Ницше белый. Я приехал за тобой, чтобы поменять положение. Да, по поводу старых конфликтов, если осталась обида, говори сразу, а если нет, то прыгай в танк и держись крепче. Белый взрослеет наградами, ты пиздецово накрывала с выпитого выпилы. Снова выпил, и ты снова в клинике. Об этом никто не узнает. И клубы, шлюхи, деньги, дуть и нюхать. Дай всем эту суку оттракали. Заткнись нахуй, еби ее. Занято нахуй. Да пизды вообще-то наши. Кончали нахуй лицо. Ну там генерал Лев со своей манкой развлекается. Не буду отвлекать. Я ему хотел предложить вас по жигу в оранже сыграть, но времени нету. Небо белый катит по городам.